Художественная и учебная литература, энциклопедии, русская классика. В Одинцовском округе продолжается реализация благотворительной акции «Книги Донбассу». Глава муниципалитета Андрей Иванов вместе с депутатами-единороссами посетил пункт приема книг в школе номер 17 в микрорайоне Трехгорка. Мы собрали, помимо самих книг были и другие предметы, но около 100 книг мы уже передали. Сегодня мы планируем увеличить, потому как акция вот с 12 числа стартовала, и уже жители достаточно много принесли. Ну вот в будущем, наверное, я думаю, 500-1000 книг. Места для сбора книг организованы в 17-й, 2-й Лесногородской школах и в школе «Квантум». Пункты работают ежедневно с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 вечера. Каждый житель округа может присоединиться к акции. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».